У ангарчан теперь есть уникальная возможность отдать долг родине, не выезжая за пределы своего города. Сразу две воинских части проводят набор на контрактную службу по месту жительства. Это хорошая возможность для молодых людей, которые еще не устроились в жизни и заняты поисками работы. Как говорят в отделе военного комиссариата, в годы становления нового облика российской армии многие военные были сокращены и не дослужились до прапорщиков. Сейчас открыты должности, которые позволяют это исправить. Желающие есть, мест ограничено, то есть порядка 70 человек будет набрано в ближайшие полгода для службы в городе Ангарске, в двух воинских частях по месту жительства, вот у нас, которые находятся, войска Министерства обороны, воинская часть 25-512 и воинская часть 58-133. Там нужны определенные военно-учетные специальности. Чтобы стать контрактником, кандидату нужно отслужить один год в рядах российской армии, не привлекаться к уголовной ответственности, иметь хорошую физическую подготовку и пройти профотбор специальной комиссии. Такие требования в будущем дают неплохие льготы. Достойная зарплата с самого начала военной карьеры, оплачиваемый отпуск двух членов семьи, параллельное обучение в ВУЗе, ранний уход на пенсию, военная ипотека и бесплатный проезд в любую точку нашей страны. Решил для себя, что служба родине, поможет мне и социальные гарантии, хорошие, зарплата неплохая. Конечно, есть какие-то свои нюансы там, но все равно это окупается с лихвой, социальными гарантиями. Отбор кандидатов будет проходить до 1 октября. На данный момент отобраны 12 добровольцев из 70. Подробности можно получить в военном комиссариате по адресу город Ангарск, 17 микрорайон, дом 13А, кабинет 32, либо по телефону 51 15 94. Яна Попова, Дмитрий Новопашин. Местное время.